Всем привет, уважаемые зрители! Мы находимся на 8-м этапе Тавриды. На данный момент мы находимся на верхней точке насыпи аварийного съезда. Ну и пойдем сейчас в сторону полигона твердых коммунальных отходов и будем по пути смотреть, как идут земляные работы. Ну а пока вот вам вид с насыпи, как это выглядит все с такой высоты. Здесь хорошо видно, насколько ниже уровень новой трассы по отношению к существующей президентской. Тут уже смонтировано ограждение. Идут работы на откосах. Строят траншею, я так понимаю, подливневую канализацию. Ну, туда вдаль мы тоже сходим, это будет вторая часть обзора. А сейчас мы идем. Наша цель — это дойти до комбайна. Продолжается здесь разработка скального грунта, которая уже все ближе к завершению. Вот сейчас можем видеть в работе рыхлитель. Работает гидромолот здесь, выполняет подрезку склона. Вот такой получается высокий откос в этом месте. Ну, экскаватор занимается погрузкой породы. То есть бульдозер тут рыхлителем рыхлит, потом собирает это все в такой конус, туда заезжает экскаватор и грузит это все на машины. Сейчас он стоит в ожидании самосвалов. Земляное полотно уже подбирается к выемке. Впереди вообще мы видим уже уложенный асфальтобетон. Приближаемся к участку работы комбайна. Здесь уже сделали временную дорогу. И мы сейчас поднимемся, посмотрим, что там происходит. Но уже видно, что выполнен огромный объем работы. Буровые уже подобрались уже к, наверное, конечной своей точке. Прошли вдоль всего откоса. И вроде бы мне показалось, третья буровая приехала. Сейчас поднимемся и все это посмотрим. Вот буровые. Третья буровая — это та, которая работала на развязке на полигон твердых коммунальных отходов. Делала там буронабивные сваи.
и выглядит так, как будто она готовится к переезду. А здесь вот буровые вот эти дошли сюда, и получается остается им вот такой участок. Бурят сваи по 15 метров длиной, поэтому достаточно быстро получается. А вот это почему-то демонтировано. Демонтирована штанга. Как понимаю, одна останется доделывать. Продолжается устройство грунтовых нагелей для закрепления склона. Здесь экскаватор разрабатывает грунт, с которого работало это оборудование для устройства нагелей. Ну, для того, чтобы дать следующий фронт работ. Самое главное, ты не сказал, вот этот островок, гору, которая была вот с левой стороны сейчас, ее уже полностью комбайн уничтожил, так сказать. А вот и комбайн. Это комбайн в районе бывшего поворота на полигон твердых бытовых отходов. Как сейчас правильно говорить, твердых коммунальных отходов, идет разработка грунта. Экскаватор и гидромолот работают.
закатывают насыпь существующей дороги. Делают откос, получается ровный откос после них. Помните котлован перед бывшим въездом на полигон ТКО? Вот, собственно, он. Четыре места подготовлены. Четыре плиты. И, значит, устанавливаться сюда будет вот такое вот оборудование. Давайте прочитаем, что это. Во-первых, фирма «Байкал Юг». Я начал искать про нее информацию. Оказывается, она бахчисарайская. И вот здесь написано, что это. Емкость для хранения регламентированного запаса воды для противопожарного водоснабжения. И их здесь 4 штуки. Будут размещаться вот в этом котловане, будут засыпаны. То есть это и на нужды полигона, я так понимаю, и для каких-либо чрезвычайных ситуаций. Вот в котловане путепровода туннельного типа в составе развязки на полигон твердых бытовых отходов, точнее твердых коммунальных отходов, выполнены буронабивные сваи. И идет армирование. Здесь уже заармирована плита. Там идет армирование и параллельно идет раскрытие свай в центральной части.
Для лучшего понимания давайте посмотрим вот это место с воздуха, вот, чтобы ориентировались. Там работает комбайн, вот это вот снимает грунт скальный. Здесь у нас что происходит, это, видите, готовится съезд с президентской дороги на новую трассу. Идет отсыпка насыпей. Такой интересной формы насыпь здесь будет. Здесь вот это, ну, как я это называю, буферный отвал. То есть сюда изгружают грунт, который разрабатывает комбайн. И далее отсюда уже самосвалы другие везут его дальше. А для чего это сделано? Для того, чтобы комбайн работал непрерывно. Потому что чем длиннее плечо, тем вероятнее задержки самосвалов. А со старого места отвал этот переместили, потому что там сейчас, собственно, комбайн и работает. Вот такой у него фронт работ сейчас, довольно протяженный, он поэтому разворачивается. После прохода в одну сторону разворачивается, идет уже рабочий проход делать в другую сторону. А когда он ездит взад-вперед, это на коротких расстояниях. Также можете видеть буронабивные сваи. Производят срубку голов буронабивных свай и готовят арматуру для того, чтобы начать армировать ростверк и бетонировать его. А на этом на сегодня у нас все. Всем спасибо за внимание, спасибо за поддержку канала и всем пока!